прибыла спортивная делегация отдела молодежной политики, физической культуры и спорта. В авангарде молодежи Пушкинского района представители районного подросткового центра, одного из старейших подростковых центров Санкт-Петербурга, центр «Пушкинец». Дом молодежи, Царско-Сельский, молодежных общественных, культурных и спортивных организаций. И, конечно же, Центр физической культуры, спорта и здоровья Царское село. И спортивная школа Олимпийского резерва. Сегодня жители города Пушкина отмечают не только день рождения любимого города, но и Всероссийский Олимпийский день. Делегация уверена, Россия – лучшая страна в мире, и все золотые медали 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи достанутся спортсменам России. Россия! Вперед! Века кружат стремительно планету, и вот в заре сегодняшнего дня Россия принимает эстафету Большого Олимпийского огня. Мир застыл, глядит на поиске. Ты на целый миг быстрее всех. Все быстрее, учиться время все быстрее. Время стрессов и страстей, учиться все быстрее. Сегодня никуда охота не уйдет, охота не спасения. Остаем в грени, как будто подошла волна земля блестенья. Устав ее на сто раз повторить. Дай, дай, дай. Солнце в небе заходили, его горит. Куда мне дать? Верь, души мне. И заряд на песня вам задай. Да здравствует спорт в Царском селе в городе Пушкин! Команда «Россия вперед!» отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Пушкинского района. Ну что ж, спасибо большое будущим спортсменам, тем, кто займет пьедестал почета на Олимпийских играх. И эта команда по-спортивному бегом покидает нашу праздничную сцену.